Всем привет! Сегодня у нас 11 июля 2019 год. Хочу показать вашему вниманию вот такой вот интересный сорт абрикоса. Я название, правда, не знаю. Но абрикос, наверное, один из самых лучших, что я пробовал за свою жизнь. Именно по вкусовым качествам. Ну и размер у него тоже при нормировке может быть до 150 грамм. Это у меня дерево вщепнуто в подвой Pumiselect. Размер не очень. Это первые сигналки дала. То есть у нас этот абрикос тоже рос на жерделе. Очень хорошо себя показывал. Раньше вот такие вот завязались. На Pumiselect размер, в принципе, тут неплохой. Вот сейчас они уже полностью, да, мягкие. Он полностью спелый. Такой вот в руке. Вот такая красота. Опа. Уже даже переспели он уже. Но абрикос этот зачетный по вкусу. Аккуратно, чтобы не попадал. Опа. Так, сейчас эти два штучки сорвем. Да они уже еле держатся. Если будет сильный ветер, то могут и попадать. Вот такая вот красота. Сейчас продегустируем. Но это, конечно, по вкусу абрикос просто бомба. Так. У меня он в прайсе под названием Колеровка. Потому что название сорта я не знаю, так, чтобы не путаться. Но эти спелые. Да, тоже спелые. Мягенькие. Тоже переспевшие были вверху. Вот такой вот размер. Размер как у NGI-19. NGI-19 очень сильно уступает по вкусу этому сорту. Так, сейчас сважим, посмотрим. Так, давайте сейчас посмотрим, какой у этих абрикос вес. Говорю сразу, на подвое Pumiselect вес не такой, как должен быть. Он вдвое меньше. То есть на жерделе у нее был размер до 150 грамм на дереве при нормировке. Тут, конечно, ну, смысл важить, конечно, нету на Pumiselect. Это так. Ну, кто хоть раз выращивал на этом подвое, знает, что плоды будут гораздо мельче, чем на сильно рослых подвоях. Вот такой вот вес. Ну, тут вкус. Тут даже не вес, даже если бы он был по 40 грамм, тут вкус. Тут вкус очень классный. Вот сейчас разрежу. Тут один сок в этом абрикосе. Так вот разлупаю его. Показываю, как течет. Тут до того сочный, что просто аж когда ешь, захлебывайся. Сейчас попробуем. Блин, какой чудесный аромат у этого абрикоса, просто, не знаю, блин, ну вкуснее не пробую абрикоса, просто кайф, вон сколько сока течет. Кто все посадит в сад, будет рад, не пожалеет. Единственное, нужны обработки, хотя бы две, перед цветением и после цветения, чтобы не болел. Короче, по вкусу сладкий, с сильным ароматом. Так, косточка, вот смотрим. Вот, отделяется отлично. Косточка довольно-таки большая. Ну и абрикос не маленький. То есть очень сочный. Вот. То есть для тех, кто любит, чтобы подделялась косточка. Очень сочный, вкусный, ароматный. Слегка кислинка. Аромат очень сильно присущий этому сорту. Явный. Классный. Всем советую этот сорт. Сажайте, не пожалеете. Название сорта, правда, не знаю. То есть поспевает вот так вот в первых числах июля. То есть в этом году чуть-чуть позже поспел. Ну, ничего. Есть черенки этого сорта на продажу. Кого заинтересовал сорт, можете звонить, заказывать. С удовольствием вышлю. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал.
Всем спасибо за внимание. Всем пока.